Друзья мои, в этом ролике я хочу предложить вам натуральное пиршество для настоящих ценителей трэша нашего канала. Здесь и затронуты интересы болельщиков, друзья мои, болельщики, в том числе и Спартака, футболисты. Оказывается, и в ваших рядах есть коллекторы. Найдите же его и уничтожьте. Ну и послушаем вместе. Очень достойный ролик. Спасибо автору. Поехали. Здравствуйте, Владислав Александрович. А кто звонит? На Тимофеев Данил. А я-то с кем имею честь? Кому звоните? Кто, собственно, откуда? Тимофей Данил. Да кто? Да, Владислав Александрович звоню. Все правильно попал. Не знаю, смотри, откуда вы звоните. Я Тимофеева Данила вообще никакого не знаю. Ну, мне Александр Николаевич дал телефон Владислава Александровича, сына его. Угу. Сказал то, что набрать. А по поводу? Все правильно попал. А по поводу? А по поводу МДМ банка? А, ну давайте говорите. Да, правильно попал. Замечательно. Отлично. Угу. Угу. Алексеевич, Горское коллекторское агентство. Какое коллекторское агентство? А по поводу МДМ. Горское. Какое? Югорское. А я какие договорные отношения с Югорским коллекторским агентством заключал? А вы заключали договорные отношения с МДМ банком, ну, в договоре прописана статья 382 статья гражданского. Нет, я полтора года назад в МДМ отправил письмо о, как это называется, об отказе обработки персональных данных, вы мне права не имеете звонить. Извиняйте, ваши данные сейчас как-то отрабатывают? Нам ничего не поступало, во-первых, не письмо... Ничего, друг мой дорогой, а что? Вы хотя бы нормально-то общаетесь, что значит что? Видимо, вам ничего не поступало, а что-то поступило. Смотрите внимательно. Я направил письмо об отказе обработки персональных данных. Третьему лицу данные не могут быть переданы. Поэтому с югорским агентством коллекторским общаться мне, ну, как бы, нет резона. Ибо с вами я договорные отношения не заключал. Верно? Или неверно? Все верно. Ну, тогда что? Все верно. Ну, что делать-то будем тогда? Меня поправили, Владислав Александрович, что ничего, а что? Ну, действительно. Вы меня тоже поправляете, я ошибаюсь. Угу, да-да, слушаю. Давайте все-таки вопрос будем... Я так понимаю, вы платить не собираетесь, да? Не знаю. Вашему коллекторскому агентству точно нет. Ну, не наше, а ваше тоже точно так же. Не наше, я говорю, вашему коллекторскому агентству платить не собираетесь. Что еще? Неплохо слышал. И мы являемся владельцами вашего долга. Кто? Какого моего долга? Ну так, ну а вашего долга? Я же с вами не заключал договорных отношений никаких. Почему вы мне звоните? На каком основании? Давайте с самого начала, Владислав Александрович. Вы с МДМ банком заключали договор? Да, пусть не МДМ банк и звонит. А... О. Вы когда подписывали полностью его, читали? Я же сказал, я отправил письмо об отказе обработки персональных данных полтора года назад. Вы меня не слышите, что ли, или что? На основании этого закона. У вас этого нет письма, но есть у банка. И банк, значит, просто несанкционированно передал мои данные, понимаете, вам. Это несанкционированная передача. Ну как несанкционированная? Почему несанкционированная? Ну потому что я написал письмо об отказе обработки персональных данных. На основании закона Российской Федерации я имею право это сделать. Вы же знаете законы, надеюсь, или не знаете? Конечно, Владислав Александрович, а вы знаете? Я знаю. А зачем вопросы на вопрос? У вас какой-то не Егорский, у вас Егорское какое-то агентство, видимо. Все вопросы на вопрос отвечают. Вы ерничайте, пожалуйста, хорошо, Владислав Александрович. Ты мне звонишь, я буду разговаривать, как я хочу, понимаешь? Ты понимаешь, ладно, хорошо. Я же тебе звоню, а ты мне звонишь, верно? Я могу говорить тебе на ты, я могу материться, я могу ерничать, потому что... Это ваше право. Да, правильно. Тогда не надо мне говорить, чтобы я не ерничал. Может, вы меня можете попросить о том, чтобы я не ерничал. Не нужно говорить «не ерничай». Пожалуйста, хотя бы. Да это ваше право. Давай, короче, связь плохая. Ты где там сидишь? В подвале, что ли, или что? Чего все икает? Я видимо, не... телефон у вас... Вы не можете себе, наверное, позволить телефон хороший. Бля, хорошего ты такой качества. Дурак ебанутый, пиздец. Просто ты такой дебил. Где тебе написано, что так люди с людьми живут? Я не могу себе позволить. Я, в отличие от тебя, дегенерата, сижу в четырехкомнатной квартире, имею собственный автомобиль, который, естественно, на мне не зарегистрирован. И у меня все прекрасно. А вот ты идиот, понимаешь? Просто звонишь и вымогаешь долги. Ты на что вообще учился?
Ты про телефон вообще зачем говоришь? Тебе какая разница, какой у меня телефон, могу я позволить? Ты-то что можешь себе позволить? Икун, ёбаный. А вот это задело, да меня, меня задело, что ты дебил, понимаешь, ебучий. Просто звонишь мне нахуй, дрочишь мне голову, хуй пойми зачем. Идиот, блядь. Тебя сколько раз в день нахуй посылают, да, придурок? И ты это, прикинь, проглатываешь, и приходишь домой, покупаешься, ебаный доширак, такой, меня сегодня всего послали 800 раз нахуй, но я все равно завтра выйду на работу. У тебя вообще мужское достоинство есть какое-то, нет? Идиот, блядь. Да, видимо, у вас его нету, да, то, что семью и здесь... Ну, нахуй вот, хотя бы меня пошли, на мужика в себе разбуди, ну, хотя бы нахуй меня пошли, я ж тебя оскорбил. Ты что терпишь-то, а? Чучело, да ебаный. Да нет, а вы дальше слушайте, да, я просто не вижу. Ну, трубку, значит, человек, да, который набирает чужие деньги, ты со мной, потом ты со мной охуеешь поругаться, понял? Я с тобой еще не ругаюсь, чучело ебаное. Ты сюда приедь, нахуй, я с тобой, да, поругаюсь. А давайте покатись. Давай. Куда кататься? В Москву? В Москву заебучую, нахуй. Придурок ебаный. Да поругайся. Ой, блин. Поругайся. Слушай, вот прикинь, реально, вот мне бы так кто-нибудь, вот я позвонил, и мне бы так сказали, я бы уже давно бы охуел. Я бы сказал, слышь, ты падаль ебаная, ты хули со мной так общаешься? Ты даже позволить себе такого не можешь, прикинь. Ты прям конь. Я могу. Ну давай говори. С вами. Что ты слышишь? Давай мне свой личный номер. Давай. Ты же мой знаешь номер. Ты же знаешь мой номер. Ну позвони мне свой личный. Давай порамсим. Хули ты, блядь? Ты же этого нихуя не сделаешь. Ты. Вот нахуй. Пыль и чепуха. Далее что? Ты ну, сам дальше начал. Ты же сам начал про телефон. Ты что звонишь-то? Тебе что надо? Юдовский агент. Дальше коллекторская. Что тебе надо? Я тебе хуй деньги отдам. Я с тобой ничего не заключал. Тем более с тобой, с твоим ебучим коллекторским агентством. Что дальше? Ну дальше. Что дальше-то, блядь? Ну что сейчас по скрипту, бумажку возьми ебучую, что там? Там скажи, вы готовы к конструктивному разговору, не говорите со мной в пролет. Что там у тебя еще написано? А нет, вы говорите, я вас слушаю. Нахуй ты мне нужен, ты говоришь, не я же тебе звоню, ты мне звонил. Хули ты мне звонишь, ты что надо? Я вас слушаю дальше, вы говорите. Ты баран ебучий, я тебе говорю, тебе что надо, что ты мне звонишь? Я хочу узнать, как вам живется вот так вот, мне с долгами. Мне охуенно живется. Знаешь, в чем прикол? Я трубку не брошу. Я знаю, что если я брошу трубку, ты свои ебучие 200 рублей заработаешь, купишь себе хлеба вечером. Но я их хуй брошу. Подожди сейчас. Пожалуйста, давайте поговорим. Рассказывай. У меня 16% сейчас на телефоне. Да, ебало завали. У меня 16%. Ебальника тебе говорю, завали. У меня 16% на телефоне осталось. У меня, конечно, iPhone не последний, но все же 6S. На семерку, правда, пока нет. А ты-то с чего звонишь? А? Тоже в долги полезете за семеркой, да? Кредит возьмете. Либо конечно. Я твою почку нахуй продам, блядь, и возьму семерку. Ты что такой дурак? Ты чего? Ты зачем мне звонишь? Ты что, нехуй делать или что? Да, вот хотелось бы с вами пообщаться. Сука, я не брошу трубку, я тебе говорю, ты 200 рублей свои не заработаешь. Ты что такое странное? Пожалуйста, пожалуйста. Ты же знаешь, что... Знаете, я, кстати, тоже... Вот вы разговариваете, вы здесь матом кроете, да, без разницы, а я за это денежку получу. Можешь подать на меня, кстати, в суд, что я тебя оскорбил, потому что у вас запись разговора, ты 1000 рублей по суду я тебе заплачу. Честно, ну я не... Ну, правда, я не прав, да. Тогда вы продолжайте разговаривать просто-напросто. Да я не буду говорить, я сейчас просто положу этот телефон на подоконник и все. А часто, кстати, на футбольные матчи-то ходите? Что делаю? На футбольные матчи часто ходите? Конечно. В Москве был недавно Спартак, конечно, был, да. Конечно, ухожу, езжу. На чемпионство отметили в этом году. Что еще раз? На чемпионство отметили, да? Конечно, охуительно отметили. А ты за кого болеешь-то? Да я тоже болею, я тоже 16 лет вот этого ждал. Кого? А вот дальше кроется. И что дальше? Ты, блядь, по-любому за бомжей, ёпты, топишь. Что ты мне рассказываешь? Я же по твоему голосу слышу. Давай сравним. Алекс, с кем играл? Давай, Спартаке. Алекс, с кем играл? Защитник. Кем? Полузащитник. При карте не пришел. Это курящий полузащитник. Нихуя, и такие ублюдки, как ты, болеют за Спартак. Ёбаный в рот, нихуя. Вот поэтому мы, наверное, 16 лет не выиграли, да? Давай дальше. Ну что дальше-то? Что ты мне звонишь-то? Что ты демон мне звонишь? С какого года болеете? С какого года болеете за Спартак? Для тебя ебёдского года я болею за Спартак. А знаете такого человека, Пашу Паука? Господи, какой же ты дурак, а! Господи, какой же ты дурак, блядь! Ты мне зачем звонишь? Ты шестерка звонил. Да, да. Ты мне деньги же хочешь с меня вымутить, коллекторское агентство. Ну что, ты зачем позвонил? Какой Спартак? Я нахуй от тебя какие-то моменты буду. Ты вообще кто такой? Зачем, чтобы я с тобой разговаривал? Да нет, а что, с Пашу знаете, да? Брось трубку, хватит. Трубку брось. А что знаете? И Антоху Амиго знаете, да? Ой, какой ты дебил, от него тоже. Ой, какой ты дебил, пиздец. Какой ты просто идиот, блядь.
Ты что звонишь, коллег? Ну, слушай. Я дальше слушаю. Ты что позвонил? Демон. Ну, сейчас. Давайте. Грубите. Погрублю, и что дальше-то? Ты суд на меня подавай, демон, и все. В чем проблема-то, блядь? Зачем? Ну, если зачем, нахуй тогда идите. Ну, Павел Александрович, нами суд подадим. Что подадим? Ты, конечно, выиграй. Суд выиграешь? И к папе. И к папе, я думаю, к Александру Николаевичу. А мы не будем вас ставить в известность о том, что вас, во-первых, пригласили в суд. Слушай, это ты раз. Кордон ебаный, чтобы в суд пригласили, писал помещение. А дальше уже Александра Николаевича мы просим начинать освобождать холодильник. Он же у вас по адресу водит, Александр. Ой, ты такой демон конченый. Ты что, дурак, что ли, или что? Ты что хуйню-то несешь, идиот? Ты сейчас, ну зачем угрожаешь холодильник? Ты к моему папе приедешь, а ему можешь на спорта по боксу. Он все просто... Какой российский сидит? А какой? На основании какого закона? Пидор. Законодательство Российской Федерации сражает. Законодательство Российской Федерации. Мне с тобой бабы разговаривать вообще никакого вообще пульти нет. Я тебя оскорбляю, ты даже ничего в ответ ответить не можешь. Ты позвони с личного телефона, давай попиздим. Хули ты с этого-то звонишь? Идиот. А какая разница? Большая. Все равно там и там будет. Бабы, и ты будешь... Да, ну хотя бы ты можешь там. Ты можешь быть хотя бы там. Подожди секунду. Ты можешь быть хотя бы там матом мужика. Обычный человек, который на выборе сидит. В красно-синих цветах. Вот с какой целью рубит-то вообще на отеле Владислав Александрович? Просто для того, чтобы модно сильно слышу. Популярно. Ты звонишь очень плохо. Я тебя плохо слышу, у тебя икая. Ты выйди из подвала и здравствуй. Телефон Владислав Александрович, видимо, не 6S, а Nokia 6S, видимо, какая-нибудь 0-0. Я тебе сейчас как мужику скажу, ты конченый, чему пидор? Я тебя в жопу ебали, в рот тебе ссали. Что ты мне ответишь в ответ? Дальше. Дальше ебать тебя по жизни будут, и ссать тебя дальше будут в рот. Ты не срать на голову, черт ебаный. Часто ты приезжаете в Владислав Александрович? Куда приехать? В Москву, как вы часто приезжаете на футбол? А тебя ебет чучело, как я приезжаю часто. А вот мне просто интересно. Почему ты кал ебаный с головы своей не отмываешь нахуй? Скажи мне, мне тоже интересно, ты же мне не ответишь. Что я делаю? Кал со своей головы, ты как часто отмываешь, как ты на голову срут? А кто? Кто это делает? Люди, блядь, как я, ловит тебя хуесосом, хуем по лбу тебе прям так, шляп. Слушай, выйди куда-нибудь, у тебя на открытое место, выйди куда-нибудь на открытое место, у тебя реально слабый человеку, которому говорят такой толков, он начинает сразу же кричать матом. Я не кричу матом с тобой, олень, я с тобой нормально разговариваю, идиот ты ебаный. Нахуй ты переходишь, какой у меня телефон и сколько стоит? Ты перешел границу, ты чего, ебаная? Кричи. Александрович. Хорошо, я кричу. И мат. Хорошо, я кричу, обзываю тебя. Маленький мальчик, которого обидели, который не может ничего конструктивно сказать. Блин, да у меня нету денег, я не могу заплатить, потому что да, я не могу заплатить. Вы начинаете матом, Владислав Александрович, крыть, потому что вы в себе не уверены. У вас маленький комплекс себе неуверенного человека, который взял чужое. Не может это вернуть, потому а что... Ты где падаешь находишься? По какому адресу? Я, блядь, в Москву приеду, я прям тебе... Я в Екатеринбурге, очень часто я... Ты хуесос, ебаный. А я тебе твою... А теперь я тебе сделаю твой психологический портрет, чучело ебаный. Не говори со мной в параллель, пидорас. А теперь я сделаю твой психологический портрет. Ты такой стихий. Слышь, нахуй, я тебе... Слышь, мудила ебаная, я тебя, блядь, выслушал. Ты слышал, молчание было? Теперь ты выслушай меня. Ты такой степень ничтожен, опять параллель говорит, а? Ты, слушай, ты петух, ты что такой неуверенный, а? Знаешь, кто ты? Ты конченая мелкая личность, которая пошел работать в коллекторское агентство, ебучий конченый звонилкой, который посылает 800 раз в день нахуй. Ты, сука, себя мужиком-то чувствуешь, тебя хуй с яйцами атрофировалось, животное. Ты пидор, понимаешь, ты без... Я тебе не говорю, я Владислав Александрович, я живу в Кемерово, а ты в Екатеринбурге, я называю тебя конченым падшим пидорасом. И ты мне ничего не можешь ответить. Ты после этого мужик? А, Владислав Александрович, можете заново? Я отходил просто кофе наливать себе. Ой, ты в натуре демон. Ты все слышал? Хуй. Тебе даже хуй в рот дадут. Куда ты наливал? Да тебе мочи в рот наливали, пидор. Че ты пиздишь мне, ебаный тетин? С самого начала. Да. У тебя разговор записался, ты послушаешь с самого начала. Хуль, да хуя чести, что я тебе с самого начала говорил. Не кажется тебе? Владислав Александрович, сейчас опять звонить должнику, не который будет меня матом... Владислав Александрович, я не дал согласия, чтобы ты меня так называл. Что, вам стыдно, что ли, за свое отчество? Видимо, папа вас обижал в детстве, что ли, раз все свое отчество. Вот и обезьяна дырявая, реально.
Блядь, как это что-то коллекторское агентство называется, еще раз? Извиняюсь, Владислав Александрович, я сахар вложил. Что вы сказали? Не я ложил. Пропустил просто этот момент. Ты сахар вложил? Че вложил? Ебать, ты какой лох. Ты прям конченый. Че ты мне вообще позвонил-то? Ты, в смысле, так думаю, ты же так знаешь, что ты конченый черт. Нахуй ты еще звонишь, чтобы тебе это по 7 раз говорили, скажи мне. Идиот ебаный. Я хотел у вас узнать, да ты хуй хотел в рот взять, мне кажется, у меня. Да я далеко от тебя, ты в Кичнебурге кому-нибудь найди лучше, там поближе. Да, конечно, понимаю, Владислав Александрович, вы и так вот будете встречать. По поводу знакомых вам имен, я так думаю. Вы сразу же начали говорить о том, что вы находитесь, во-первых, где вы, в Кемерово там у себя находитесь, да, в Шахтерском крае. Шахтеры вы. Шахтеры. И болеть вам за Шахтер максимум, а не за Спартак. Ой, и сидеть вам, Владимир Александрович, долгами. Какой ты дурак в натуре. Тебя прям хуем долго в жопу ебали, мне кажется. Прям Александр Николаевич, у вас после того, что вы долгов-то как ты его-то отца звать, скажи мне? Черт ебаный. А? Как ты его-то отца звать, черт ебаный? Папа, у тебя рад, что ты коллектором работаешь, дырявым, нет? Он говорит, сын, как сегодня отработал? Папа, меня 800 раз нахуй послали. Горжусь тобой, сынок. Что происходит? Знаете, хотя бы не так нихуя, вот, как у вас, папа, говорит, да может ебать, может и сыну кричит. Но если он ко мне обратится, я ты просто, конченый, блядь. Знаешь, кто ты? Таких, как ты, называют дырявыми, понял? И пьют они, и едят дырявых посуды, понимаешь? Ты прям конченый. Тебе прям вот реально, тебе прям хуй в ухо вставь и дай пищу, ты прям будешь терпеть, понимаешь? Я сейчас тебя обсираю, матерю. Блядь, ты конченый, понял? У тебя кармы нету. Ты прям чмо. Ни один нормальный мужик эту хуйню терпеть не будет. Ты понимаешь это, нет? Ты вообще это понимаешь? Я опять отходил. Хуй соснуй, да? Ой, да. Извини. Блядь, ты заебал. Ты можешь не сосать хуй хотя бы, когда ты со мной разговариваешь, нет? Ты можешь хотя бы 5 минут не сосать хуй. Друзья, я тут просто не выдержал и хочу вмешаться вот в этот разговор и внести ясность. Дело в том, что ни один коллектор, находясь на своем рабочем месте, просто так не может взять и отойти. У каждого из этих звонилок на башке гарнитура. От гарнитуры, как вы понимаете, идут провода к компьютеру. И это самое главное препятствие для них. То есть, чтобы ему вот так вот быстро встать, ему как минимум нужно эту гарнитуру отключить или хотя бы снять с головы. И это будет слышно, как вы понимаете. То есть, он не сидит со своим телефоном. У него даже телефона своего нет, у него казенная аппаратура, и он через нее разговаривает с человеком. Просто-напросто мы с вами должны сделать выводы, что ему нравится, когда автор повторяет вот эти вот эпитеты в его сторону. Ему действительно нравится, когда его вот таким вот образом хвалят. Ну, хвалят в кавычках. Давайте послушаем еще раз. И мы, конечно же, не будем больше обращать внимание и верить тому, что он куда-то там отходил. Можешь, нет? Или не можешь? Я не балуюсь этим. Не балуюсь этим. А вы что, банально занимаетесь? Нихуя ты конченый. Слушай, я знаешь... А вот что, сейчас, подожди, ладно, я даже перестану материться, знаешь почему? И кричать, там, повышать голос, мне прям реально тебя просто стало сильно жаль. Я, прикинь, со многими коллекторами разговаривал, но такого прям, такой чепухи дырявый я ни разу не встречал. Ты прям говоришь без мата. Вот смотрите, вот я Владислав Александрович. А какое образование, дурачок? У тебя дурачок какое образование? Высшее какое? Высшее хуй сосательное или какое? Какое высшее? Профессия твоя какая? Какие слова не держите, Владислав Александрович? Вы же сказали, что без мата буду разговаривать. В смысле, а хуй сосательное? А по-твоему, хуй это мат? Хуй это не мат, это хуй твое любимое лакомство, понимаешь? Это же не мат, ты что гонишь-то? Какое высшее у тебя образование? Юридическое. И ты пошел ебашить коллектором, что ли? Ты что, дурак? А что, нету юристов? А мне нравится разговаривать с слабыми людьми, которые слабы, которые берут чужое и не возвращают. Друг мой, берешь? Вот да. Я вас сейчас... Не-не-не, подожди, секунду. Берешь хуй в рот. Я понимаю, я сэкономлю вашу, ваше время, да, вашу зарядочку. Давай, бросай. Я не брошу трубку. Я вашему папе сейчас беру и скажу, что воспитание мое очень сильно... Ты еще знаешь, ему что скажи? Что тебя пидорасом я 20 раз назвал хуесосом дырявым, может ты членосос. Обязательно вот это добавь. Прям скажи, ваш сын назвал меня хуесосом пидорасом 20 раз. Вы так плохо воспитали. Но если бы я оказался в Кемер, я в натуре брал бы в защику. Но я в Екатеринбурге, поэтому я просто беру в рот.
Или ты сейчас этого не слышал, или опять отходил, хуй брал, с сахарком, или что? Нет, я слышал, я просто напросто сейчас вашей мамы записывал, сейчас ему ей следующий будет звонить. Вы смотрите, я просто позвоню и скажу, что сын ваш не держит свое мужское слово, он мне лично говорил о том, что я буду писать, разговаривать, да что вы меня перебиваете? Ты что, пидор, пидишь, ты пиздобол дырявый, конченый, пидор, ты понял, что? Ты пидор, дырявый, конченый, пидор. Знаете, ты выблядок, и мать у тебя, блядь, и отец у тебя хуесос. Потому что такого дырявого пидораса воспитали, который работает коллектором, дырявым плачем на двадцатку в Екатеринбурге, пидор. Я найду кого-нибудь сейчас в Екатеринбурге, поверь мне нахуй, привет, ты ебаный КССРский агент, в натуре тебя обоссут, хуесос. А ты не мужик ебаный. Если бы ты был ебаным мужиком, ты бы мне сейчас на этот номер набрал бы, сказал, что ты там пиздел, давай побазарим. Ну ты этого никогда не сделал. Знаешь почему? Потому что ты конченая мразь, пидор и черт. И сачок ебаный. Вот понял, кто ты? Чего не хватает-то? Чучучело ебаный. Да чего не хватает-то? У тебя, вообще яйца выросли, дебил ебаный, мужика, яйца выросли или что? Пидор. Выросли, конечно, выросли. У кого где? На лбу нахуй у тебя, видать, выросли, нахуй. Ебаный в рот, дебил, ебаный. Пидор, слушай, ты в натуре, ты откровение прям. Я отвечаю, я с коллекторами общаюсь два года. Я такого дерьма ни разу вообще в жизни не слышал, как ты прям. Я понимаю, вопрос оплаты решать не будете, да? Пошел нахуй, пидорас, ты что не понял меня? Ты пидор, ты вообще откуда звонишь? Чепуха ебаная. Что платить не будете, да? Ты кто? Я тебе что-то должен или что? Ты, черт. Да, 52 108 рублей. Я тебе копеек. Должен 52 000 рублей? Ты что охуел, да, пидор? Я тебе что сдавал? В смысле, я у тебя брал в руки? Ты черт ебаный, ты кто такой? Ты нахуй пошел, животное ебаное. Слышь, ты нахуй иди, я тебе сказал. Я тебе должен денег, ты нихуя не попутал, дурак. Нет. Че, нет? А, ну ты хуй с пиздой точно не попутаешь, да? Ты прям любишь, мне кажется. Ням-ням нахуй. Слушай, смотрите, раз вы собираетесь, ладно, продолжаем работу. Документов об отказе... Продолжай сосать хуи, дура. Продолжай сосать хуи, конченый, пидор. Придешь сюда домой, будешь плакать в подушку, потому что ты не мужик, а чмо. Ебаная. Ты поняла меня, баба ебаная? Поняла меня? Нет, животное дырявое. Иди нахуй, еще позвони кому-нибудь нахуй, тебя так же нахуй пошлют. Ты приходишь домой весь посланный нахуй, ебать, да? И подушку плачешь, хуесос, свой телевизор 27-й диагонали нахуй, Gold Star, ебаный. Иди нахуй, понял? Че ты не звонишь-то? Животновоз, блядь. Плачу я. Че ты не... Ты уже заплакал, ебаный. Ты уже плачешь, ебать, животное. Че нахуй? Нет, хуи ходишь сосать каждые 5 минут, ебаный. Че нет? Нет, кофе наливал. Сейчас не наливал. Да не пизди, вружка. Хуи сосешь. Ладно, прощаю тебя, соси. Выбор каждого. Я не гомофоб, хуй с тобой. Что дальше скажешь? Давай, расскажи. Да нет, ничего. Не ничего, дура, ничего. Как вас берут вообще на работу, придурки, ебаных? Вас, наверное, выбирают, ну, короче, так, блядь, ой. Слушай, один... Ладно, все, хорош, все, стоп, давай, все, вот отсеклись, я нервный, прорался, у меня тоже свои проблемы. У тебя проблема, что ты по жизни вообще, ну, коллектор. Вот смотри, я тебе задаю вопрос, ты мне честно отвечаешь, и я прям завтра плачу 60 тысяч. Давай. Вилкой в глаз или в попу раз? Да я смотрю, юморист. Оставьте деньги себе. Спасибо, я вас понял. Надеюсь, разговор записался, и вы мне сказали, чтобы я оставил деньги себе. Да. Давай, брат. Да, спасибо. Да. Спасибо. Тебе. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Пока. А вы обещали, что трубку не положите. Я не кладу, ты что? Я не задам заработать деньги. Ну ты положи, не заработаешь деньги. Да, я рад был пообщаться. Каково вам, друзья? Просто растерзал жертву, знаете. А вот это как шакаленок не разглядел сзади льва и что-то тявкнул. И в итоге отхватил. Так отхватил, что и забыл, что он даже шакаленок. Он, по-моему, все на свете забыл. Слышали под конец? Он уже просто тупо отвечал на вопросы. Да, нет, юридическое. Знаете, я знаю точно, что никакого у него образования, тем более юридического, нет. И вот я вам скажу, друзья мои, если кто-нибудь из вас услышит от коллектора фразу, что он юрист, вы просто спокойно спросите. Назовите, пожалуйста, вуз, который вы заканчивали. Как правило, последует пауза, потому что они не готовы к такому вопросу. А сложно сразу сориентироваться, если ты никогда не учился в высших учебных заведениях, назвать четко, конкретно, какой вуз. А, ну, понятно, что на слуху, может быть, МГИМО назовут или еще что-нибудь, там, государственный университет.
А, ну тогда вы добейте до конца, скажите, о, я жил в этом городе несколько лет, по какому адресу, скажи мне, пожалуйста, ты ходил на учебу. А, вот. Я вам гарантирую, 95% замнется или чем-нибудь исполнить, типа того, что я не хочу бы я вам отвечал и все такое. Но не работают юристы коллекторами, не работают. Может быть, недоучки какие-нибудь. Но нет, нет у меня среди знакомых людей, которые, вот юристов, которые даже бы допускали эту возможность. Допускали хотя бы эту возможность. Потому что человек с высшим образованием, он уже, ну, на несколько ступеней выше сотрудника колл-центра, это раз. А если мы возьмем юриста, причем, ну, образованного, даже пускай, не знаю, там, недавно закончившего учреждение, вы знаете, ну, это непросто отучиться на юридическом факультете. Если ты бездарь, если ты ни хрена не понял, а просто вот за интимные услуги учился там, то тогда, может быть, ну, по инерции попадешь в коллектора. Ну, это единственное объяснение. Это единственное, может быть, вот эти вот оправдания этому персонажу. Ну что, я хочу автору сказать огромнейшее спасибо. Это украшение нашего канала будет. Спасибо, спасибо огромное. Вот, ну, явная демонстрация того, кто там работает. Друзья, в двух словах, не буду долго распинаться, не надо их бояться. Вот вы видите, каждый раз, смотря, слушая ролики на нашем канале, убеждаетесь все больше и больше, что там работает отребье, отбросы человеческого общества. Если вы еще не поняли это все, пожалуйста, скорее подпишитесь на наш канал и просмотрите хотя бы с десяток, а то и больше роликов, и все поймете. Здесь чистая правда, нет ни одного фейкового подставного ролика. Все натуральные переговоры с натуральными коллекторами. Поэтому, как говорится, милости просим в число людей, которые не боятся вот этих говнюков. Ну, если вы хотите стать под юридическую защиту нашей компании, у нас компания называется «Аля», многие уже слышали, так как мы один из ведущих юридических операторов на территории Российской Федерации, пожалуйста, посмотрите ссылочку на наш сайт. В каждом ролике в описании есть эта ссылка. Также для вас кликабельная подсказочка выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот он. Значит, что на сайте? На сайте есть видеоролик, как устроена работа кредитных юристов компании «Аля». Все рассказывается, по полочкам разложено, что вам нужно сделать для того, чтобы стать нашим клиентом. И, конечно же, также рассказывается, что мы для вас сделаем, когда вы придете статус клиента компании «Аля». Сколько это стоит, сколько времени займет ваша работа, к чему мы вас приведем. В двух словах, создадим условия, когда банку будет выгодно отказаться от претензий. Не только банку, и микрофинансовым организациям, и онлайн-структурам, которые выдают деньги, всем ростовщикам. Можно так сделать совершенно законно. А как это сделать, посмотрите видео на нашем сайте. Еще раз для вашего удобства, кликабельная подсказка в окошке трансляции. Вот она. Я на этом прощаюсь. Жду отзывов по этому ролику. Лайки, конечно же, их будет много в этот раз. Я знаю, репост в соцсетях. Этим роликом нужно обязательно поделиться в соцсетях. Пожалуйста, сделайте это. Ну и группа ВКонтакте. Напомню, ссылочка в описании этого ролика, любого другого. Все ролики я ВКонтакте дублирую. Помимо этого, много другой информации. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Аля». Всего вам хорошего, друзья. До свидания.